Вопросы, обсуждаемые сегодня на конференции, представляют большую важность для нефтегазовых компаний. Вот мне отрадно видеть, что в России этим вопросам уделяется все больше внимания, и компании подходят к этим вопросам с большей серьезностью. И видно улучшение из года в год. Наша компания располагает производственными мощностями в Канаде, и мы производим две уникальные системы для нефтегазовой отрасли. Это система безопасности на буровых остановках и система нулевых разливов. Таким образом, наша компания помогает операторам и подрядчикам справляться с тремя основными вопросами. Это снижение производственных расходов, охрана экологической обстановки и самое главное – это сбережение основного ресурса нефтегазовых проектов – это человеческий ресурс. Adam Smith Conference – это первый раз. Я думаю, мы будем постоянными теперь участниками подобных мероприятий. Целевая аудитория вполне нас устраивает, как раз то, что мы искали. Я думаю, все цели, которые аудитория преследовала и которые мы ставили перед собой, они полностью совпадают.